Всем привет, друзья! Сегодня я снимаю видео не один. Всем привет! Сегодня мы будем попробуем не засмеяться. Знаешь где? В мюзикле! В мюзикле. Я ему сказал, что мы сегодня будем смотреть на пошлых девочек. Я смотрел это видео один, а сегодня решил посмотреть вместе с Сережей. Мы будем вдвоем смотреть пошлых девочек. Мы нормальные. На самом деле это смешно. Смешно смотреть вдвоем. Ты готов вообще смотреть на это? Нет. Если вы знакомы с таким форматом, как Fuck Girls, значит вы понимаете, о чем я говорю. Это будет интересно, я надеюсь. Это так неудобно, блин, вдвоем записывать. Когда сзади парень с электрошоком. Это реально странно, блин. Тебе нравится вообще? Тебе нравится? Я не знаю, меня просто это улыбаться сегодня. У меня встал вопрос. Это зачем? О, нет, блин. Ром, давай сердечко. Это странно, блин. Бля, вы не геи, вы чё? Пик, плей, пост. Слушай, на самом деле девушки симпатичные. Симпатичные. Ну, а блин, в голове нет ничего. Как они танцуют? Типа... Чувак, ты вспотел? Ау! Жарко, да? Жарко здесь. Горячо. Не, ну это... Если не выставляют в приложение, значит это может... Это, в принципе, нормально смотреть. Здесь просто... Топчик, да? Топчик. Под рэпчик. Неплохо, неплохо, неплохо. Но ее выражение лица доставляет. Блин. Ты знаешь, как я отношусь к черно-белым фильтрам? Я подумал, то, что ты скажешь к черным. Просто к черным. Это вообще ни о чем, мне кажется. Как тебе эта красотка? У нее пирсинг вот здесь, это ж больно, наверное. Там зеркало. Ну блин, неправильно зеркало поставила. Как это смотреть? Как это смотреть? Давай, Ром, поворачивайся. Да, там нечего смотреть. Да, там нечего смотреть. Это близняшки, погоди. Нет, это подруги. Ой, только не дай. А вот она, мне кажется, умеет танцевать, в отличие от предыдущих. Чё за тетя? Откуда они берут эти движения? А ты знаешь, играешь в крокодила, что-то показываешь, а даже музыка не падает. У нее пипец юбка была короткая. Блин. Я не знаю, у нее полностью все тело обтягивает, не знаю, что сказать. Красиво. Это японки? Это японки? Аниме? Аниме? Да, спасают. А еще и ремикс. Фу, бери! Бери это из-за рта. Это что, обладает на максималках или что это? Они похожи реально сестры. Это второе видео! Оу! Меня в прошлый раз чуть не забанили из этого видео. Она вообще не стесняется. Кстати, как тебе грудь? Тебе нравится такая грудь? Знаешь, блин. Два шарика. Но она же не настоящая. Накачали. Накачали? Она не настоящая. Мне нет, мне не нравится. Что здесь накачано? Во-первых, ноги. Не, ну не в том смысле то, что там шприцом или чем, а прям накачанный труд, тяжкий. Кстати, я не уверен, у нее жопа, по-моему, накачана вообще. Искусственно. Ты не видишь мою попу? Да блин, я вижу. Блин! Я сваливаю! Это девки снимают.
Это срочно должен увидеть их папа. Как это выглядело? Они собрались в комнате и типа такие, это гоу запишем, как мы танцуем. Стриптиз в одежде. Стриптиз в одежде. О, это же самое. Накачанное, да? Да. Ну, это, которое накачанное, так, неестественно. Татушка на руке. Ну, полностью все у нее губы, грудь. Я сзади не видел. Короче, сейчас головой это... Головой вертушкой там мясо. У нее носки Adidas? Меня не интересуют ее носки, понимаешь? Вовремя остановил. Келлин Клейн. Воу, воу. Она просто в туалете типа записывает. Оу. А прикольная кумпушка. Да. Лакалюк. Знаешь, я просто смотрю, я не знаю, я не хочу смеяться, типа, я такой, я позалипаю лучше. Короче, это был «Попробуй не засмеяться» челлендж в мюзикле. Мы как-то больше не смеялись, мы типа... Ну, тут смотрели. Не на чем было смеяться, лучше, наверное... Обычный не засмейся челлендж, там где котики смешные. А вот если мы наберем кучу лайков, мы снимем видео про котиков. Такие же музыкальные, такие же интересные. И да, набираем лайки в комментариях. Что я говорю? Я заставлю набрать воды в рот Рому и снимать это видео. О, нет! Ждем ваших лайков, подписки, а также нажимаем на колокольчик. Я так давно хотел это сказать. Чувак, ты забыл кое-что сказать, самое важное. Бла-бла-бла, подписывайтесь на инстаграм Романа, ставьте лукасы, фигукасы. Он же самый лучший в мире? Нет. Это не по сценарию. Также это мой ВК, скидывайте сюда свои клипы. Обязательно посмотрю ваши клипы в рубрике «Реакция на клипы подписчиков». Все, увидимся. Пока. Пока.